Народная мудрость гласит: поведение человека, ведущего автомобиль, это точная копия его поведения по жизни. Что это, наговор или правда, судите сами. Водители на улицах Могилева всерьез взялись за проблему гиподинамии современных пешеходов. Уж очень медленно они двигаются на пешеходных переходах. Водитель джипа с правого ряда, подрезая автора ролика, заставляет пешеходов заняться бегом. Что это? Забота о здоровье ближних или обычное хамство? А еще на культуру поведения человека влияет размер автомобиля. Чем больше авто, тем увереннее в жизни себя чувствует его водитель. Особенно, когда на дороге встречаются легковушка и МАЗ-пятитонник. И это, судя по кадрам, неоспоримый факт. Культура упала и закатилась под плинтус. Печально, но не смертельно. Культура вождения упала. Вот это может быть смертельно. Автору ролика зачет за реакцию и мастерство вождения. А вот водителю авто, спровоцировавшего ДТП, совет: срочно учи правила дорожного движения. Ситуация в одном из дворов в центре Могилева ярко указывает на то, что безразличие среди белорусских водителей цветет буйным цветом. Бедняга на микроавтобусе пытается выехать, но никто ему в этой непростой ситуации не помог. Ни водитель темного универсала, ни автор ролика. Итог: без участия на этот раз снова победила. И в заключение немного о забавном. В Могилеве появился новый светофор. Его технический сбой повеселил автора фото и озадачил пешеходов. Что делать при такой комбинации сигналов? Совет: искать другой пешеходный переход. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес: рубрика «Автомат» в одно слово: собачка тут.бай.